Может, многие из вас, пользуясь кубиками быстрорастворимого сахара рафинада, задумывались над тем, а как же готовятся эти кубики рафинада? Мы вам сейчас расскажем и покажем весь этот процесс. Технологическая линия производства кубиков сахара является собой взаимосвязанную цепочку механизмов и аппаратов. Это нижний бункер. В начале производства мы загружаем сюда сахар. Из нижнего бункера в верхний бункер сахар подается при помощи шнека. Из верхнего бункера сахар поступает в воронку, затем в миксер, где происходит высокоточное увлажнение сахара при помощи помпы дозатора. После миксера сахар переходит в матрицу. В матрице происходит процесс прессования сахара, а затем с нижней стороны сахар поступает на пищевую ленту. Далее влажные кубики сахара с пищевой ленты поступают на нержавеющую термостойкую ленту, откуда поступают в отделение интенсивной сушки. За предотвращением деформации пока еще влажных кубиков следит пневматическая система. Сушильная камера представляет собой туннель, который нагревается при помощи тенов. Они находятся во внутренней части под крышкой. По завершению сушки кубики сахара рафинада отправляются в камеру охлаждения. Здесь кубики сахара после обдува вентиляторов приобретают законченный геометрически идеальный вид. Вот он такой. Затем сахар отправляется на упаковку, осуществляемую автоматическим режимом или полуавтоматическим при помощи вакуумного захвата. Вот и все. Процесс изготовления сахара рафинада готов.